Сергей Владимирович Клементьев, заместитель губернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО. Любо смотреть, как ваша персона наконец-то спустилась с небес, вышла в люди. Теперь вы своими глазами увидели нашу жизнь. Что жизнь оленевода не очень простая. Несмотря на это, мы бережно храним свой уклад, традиционный образ жизни. Стараемся не нарушать законы природы. Уважительно относимся к гостям, даже к тем, кто с непренебрежением относится к нам. Убедились, что мы не алкоголики, а вполне нормальные люди, которые просто хотят справедливого отношения к своему труду и просто хотят жить. Вы не думайте, что мы ничего не знаем и не понимаем. Мы знаем больше, чем вы думаете. Присмотритесь внимательно к своему близкому окружению, как и везде в вашей так называемой системе. Лицо одно, а за широкой спиной совершенно другое. Многие ждут, когда закончится наш конфликт с АПК и будет восстановлена справедливость по отношению к коренным и малочисленным народам севера Ямала. И каждый получит то, что заслужил. Не надо было вам защищать тогда Рубашина и Земских, когда мы были у вас в кабинете, а поверить нам, оленеводам, и реально вникнуть в наши проблемы. И не пришлось бы сегодня летать вам даже по тундре. Я уверен, что вы теперь это понимаете. Ну что ж, ждем вас на ямальской земле.